сухарики нашлись. Отцы мне все рассказывали. Так. О, вон. На вот эту группу стоит обратить особое внимание. И вовсе не из-за велосипеда. Слушай, да сегодня, по-моему, даже поболее, чем в солнечные дни народу-то пришло. По крайней мере, вот таких заторов я на велоднях не помню. 20 мая 2018 год, Харьков. Банан. Отстал от Бэтмена, видно. Пират. Веселый Роджер, узнаваемый тоже ежегодный персонаж велодня. Где наши полицейские? Вон они. Моя полиция меня бережет. Ну что, наверное, все. Буду выдвигаться куда-нибудь в авангард. Объездными путями. 20 мая 2018 год. Харьков, 13-й велодень. Да, интересно будет количество узнать. Неужели дождь никого не распугал? И народу соберется даже больше, чем в предыдущие годы. По крайней мере, пока похоже на то. Похоже на рекорд. Это успех. Да не, серьезно, народ, такого не было никогда. Такого на велодне не было ни разу. Может, там просто перекрыта трасса, да ждут команды старт. В любом случае, приятно видеть такое количество людей на велосипедах. Всех с праздником, уже это уже, наверное, праздник у нас в парке. Велодин. Жалко, камера выключает. Ну ладно, поехали.